Амма-мэт-вали. Сегодня выходной кимоно в непривычном формате. Речь пойдет об ужаснейшем фильме «Убрать из друзей», создатели которого сняли все происходящее в окне скайпа. Они не заморачивались, и я не буду. Так, всем привет, я Гиза. Привет. Привет. Всем привет, я Ваня. Привет, как дела? Как погода, а-за-за? Наша Надежда. Ты тоже алкоголик, да? Меня зовут Александр, я учитель. Я Игорь. Я святой. Ты чудовище. Ты крутой кадр, мне нравится. Не смешно. Я Трупик. Фишер, сам. Surprise, motherfucker. Мы стали производить экспериментальные фильмы. Фильмы, которые никто никогда не делал в принципе. Короче, была девчонка на вписке. Это будет весело. Ну, как обычно, на вписке. Ее засняли в неудобном положении. Чувак, зацени, охренеть. Лора. Она убилась из-за этого. И призрак, явление, что-то переубивало всех ее друзей. Из-за одной шалавы. Вот так, все. Синопсис. Ты что, сейчас проспойлерил? Может, ты сиськи покажешь? Заставь меня. Сиськи показала. Самец. И она такая, типа, начинает раздеваться. Я такой, господи, типа, девушка же убила себя из-за такой проблемы. Ядрен батон, ребята, 21 век. Нас громкими звуками 20 лет пугали. Cybernatural — это другое изобретение. Это фильм, который построен целиком на материале, полученном после сканирования компьютерного монитора. Шедевры, снятые на веб-камеру, по-моему, по умолчанию не могут считаться кинематографическим искусством. А если они считаются таковым... Удалить у друзей. Я выиграл. Его убили. Что случилось? Ты чё, пульт? Ты в порядке? Звони 911. Кто здесь? Заприте дверь! Заприте! Прячьтесь! О боже, боже мой господи. Игорь. Я переживал. Текстовая информация, которую приходится читать, да, по поводу фильма. И у нас, допустим, возникли проблемы, у нас близорукость. Да, два человека с близорукостью. И мы, короче, просто половину этого текста, ну вот я, допустим, где синее по черному вообще не видел, там, благо Тахиру, который читал, вообще огромное спасибо. Love Тахир. Просто близорукость, отстой, и ничего не видно. Вот. Из сети ничего нельзя удалить, то есть... То есть однажды запостившись что-то, типа, это там осталось навсегда. Ну, и все могут это увидеть. Да-да-да, вот. Просто так. Не, ну если ты обкекался и кто-то это снял, то уж пожалуй. Да, есть посыл, есть мораль в фильме. Но она какая-то такая, как будто бы от людей, которые напрямую не сталкивались никогда с интернетом. Буквально два дня. Мои школьники разговаривали, они упоминали там, что она была плохая, она этого заслужила. Но... Никаких кадров, связанных с этим, не было вообще. То есть, мы даже не знаем, что это за героиня такая. Вообще ничего о ней неизвестно. Поснимаем. Запостила. Хочу еще выпить. Никакого объяснения, мотивации. Мотивации вообще нет. Как бы... Мотивация в принципе. Все, людей, особенно жертвец, жалко. Вообще, он ничего не сделал. Про визуальный стиль фильма. Я новый человек из Марвел. Мы знали, что единственный способ добиться естественной актерской игры — это заставить исполнителей главных ролей по-настоящему общаться друг с другом. Оператор Адам Сидман разработал систему, аналогичную камерам наблюдения. Это позволило каждому актеру видеть партнеров и взаимодействовать с ними, как с настоящими собеседниками. Речь идет о скайпе все еще. Оператор говорит о том, что он придумал скайп. Это такой, у них был какой-то сценарий, предположим, да? Они репетировали по нему целый месяц, гоняли туда-сюда эти диалоги и возможные повороты сюжета. А потом, в последний день этого месяца, у них просто забирают этот сценарий и все, делайте, что хотите. Собственно, это мы и получили в кинотеатре. Проблема в том, что каждый раз нам подносят подготовку к этому фильму, как будто
что-то невообразимое. Типа, уникальная технология создания фильма. Это была лабораторная работа. Это... Супер какая-то потрясающая сеть, благодаря которой они общались. И между ними была сделана сеть компьютерная, где они могли между собой общаться, глядя прямо в камеру на мониторе. А вот, кстати, о режиссере. Развитие интернета поставило нас всех в такие условия, что каждое наше движение задокументировано. Ваши внуки, услышав истории своих родителей о вас, смогут перепроверить их всего в несколько кликов. Вам будет 80 лет, а внуки смогут проверить, кого вы троллили, какую порнушку смотрели. Мио, это ничего не значило! Как вы это могли? Это было случайно! Я была пьяная, как ясно? Как нахрен можно случайно? Что там было? Всего каких-то пару секунд! Я вижу котика. Игорь, не уходи, не надо! Вернемся все-таки к этой жести. То есть... Даже не надо ничего возвращаться. Из наших разговоров понятно, как был интересен этот фильм. Он настолько интересный, что нам даже говорить о чем-то какой-то херне интереснее, чем о нем. Он хуже, чем все, что было до этого. Хуже месяца экзорцизма. Эй! Я его не закончила до сих пор. Мне стыдно. Можем подвести итоги. Мы можем каждый сказать, сколько... Тимуров из 10 каждый бы поставил, вот, это было бы честно. Я поставлю 5 Тимуров Бекмамбетова из 10, вот. Я ставлю минус 6 Тимуров из 10. Я ставлю 0 Тимуров из 10, вообще никому не рекомендую этот фильм. Я ставлю минус 4 Тимура за сюжет, 1 Нару за сеттинг. Наргиз, мы скучаем по тебе. 1 Гизу за технику и грим. И 1 испугавшуюся девушку из кинотеатра за атмосферу. Итого получаем минус 1 Тимура, Нара, Гиза, Дева, плюсов из 10. Спасибо. От души. Кот. Страшно, что снимают сиквел. Да, сиквел точно будет. И мы на него сходим еще раз, ребят. Я уже билет купил. Потому что мы извращенцы. Он включил демона.